На конкурс дети читают стихи для лабиринт.ру. Тихонков Илья, 10 лет, город Смоленск. Агния Барто, партизанки Тани. Избивали фашисты и мучили, выгоняли босой на мороз. Были руки веревками скручены, для часов продолжался допрос. На лице твоем шрамы и ссадины, на молчание ответы вложу. Деревянный помост перекладины, ты босая стоишь на снегу. Нет, не плачут седые колхозники, утирая руками глаза. Это просто с мороза на воздухе стариков прошивает слеза. Юный голос звучит над пожарищем, под молчанием морозного дня. Умирать мне страшно, товарищи, мой народ отомстит за меня. Умирать мне страшно, товарищи, юный голос звучит над пожарищем,